Некоторые производители ноутбуков оставляют на жестком диске рекавери раздел на случай, если вам понадобится полное восстановление операционной системы, как из магазина, то есть предустановленной OEM операционной системы. Данную функцию, к сожалению, имеют не все ноутбуки, но также данная функция поможет полностью восстановить заводской вид операционной системы, ту, что вы покупали в магазине, вместе с установленными драйверами и всеми программами, что были в начале. Эта функция очень полезна для тех пользователей, которые слабо разбираются в компьютерах и для которых установка-переустановка Windows создает какие-либо проблемы. Также данная функция не позволит сбить активацию. Ваша операционная система останется той же, что и была в магазине, полностью лицензионной. И чтобы приступить к данным действиям, нам необходимо проделать некоторые пункты, которые сейчас и покажу. Также стоит осознавать, что данный метод не поможет, если ваш жесткий диск вышел из строя по каким-либо причинам, так как весь раздел Recovery хранится именно на жестком диске. Также следует помнить, что при установке Windows не стоит удалять данный раздел, потому что многие так именно и делают. Форматируют тома, то есть разделы, и удаляют полностью Recovery раздел с ноутбука. Тем самым полностью исключают возможность повторного его использования. Recovery раздел можно запустить разными способами. Во-первых, это с помощью программы из-под операционной системы, именно утилиты от производителя. Если же у вас нет данной утилиты, то мы будем запускать Recovery раздел при старте компьютера. Для того, чтобы запустить Recovery раздел, существуют горячие клавиши на каждом из производителей ноутбука. То есть это клавиши F1, F2, F3, F4, F5 и так далее. Чаще всего это F10, F11 или F12. На каждом из производителей ноутбука своя клавиша. Либо же несколько клавиш. Но если операционная система вовсе не запускается, то вы просто можете выбрать раздел восстановления. В моем случае это делается так. Нажимаем «Использовать устройство». И как видите, Lenovo Recovery System. Выбираем его. И как видите, ни флешки, ничего, ни диска не воткнуто. Как узнать, есть ли на вашем ноутбуке Recovery раздел? Для этого переходим в панель управления на любой операционной системе. Далее выбираем крупные значки. Находим пункт администратирования. Ищем здесь управление компьютером в самом низу. В левом углу нажимаем управление дисками. И здесь будет весь список ваших логических дисков, назначенных томов. Вы видите здесь диск C, диск D, в общем все диски, которые у вас имеются. И плюс, как вы видите, написано WinRe/DRV. То есть как раз тот самый Recovery раздел. Если он имеется, значит его можно попробовать запустить. Вот такую менюшку мы получаем. OneK Recovery называется данная прошивка программы. И теперь нам стоит выбрать, что мы будем с ним делать. Восстановить с исходной резервной копии и восстановить с пользовательской резервной копии. Мы с вами не делали никаких резервных копий, хотя это еще один вариант восстановления, но это уже другая тема. Мы будем с исходной резервной копии восстанавливать. Просто выбираем данный пункт и нажимаем «Далее». Хочу подчеркнуть, что так же, как и при переустановке Windows, ноутбук должен быть подключен к сети питания, чтобы случайно не выключиться во время восстановления. И после чего процесс запущен, нам остается дождаться только полного восстановления системы, после чего мы получим нашу операционную систему из резервной копии в нулевом состоянии, как из магазина. Ну что же, восстановление системы завершено. Нажимаем ОК. И готово. Ну а теперь дело за настройкой операционной системы новой. Ну и в итоге мы получаем следующий результат. Лицензионную операционную систему Windows 8, которая была предустановлена на этом компьютере еще с завода.
Также все драйвера и все приложения сразу же установлены, то есть нам абсолютно ничего делать больше не нужно. Мы можем спокойно устанавливать дополнительные приложения, которые нам нужны, и пользоваться ноутбуком. Установлен даже драйвер графического видеоядра. В принципе, замечательный способ восстановить компьютер. Еще один совет для людей, которые любят переустанавливать свою операционную систему. Если вдруг вы нашли на своем жестком диске систему Recovery, не нужно ее форматировать и удалять данный том. Вам еще это пригодится в любом случае. Вот что мы имеем после восстановления. Чтобы система активировалась, необходимо подключиться просто к интернету, не более того. И вы получите лицензионную операционную систему, которая у вас и была при покупке.